У преступности детское лицо. Так сказали в правоохранительных органах. На сегодняшний день в области возбуждено 362 уголовных дела с участием несовершеннолетних. В целях уменьшить количество данных фактов сотрудники Департамента внутренних дел Карагандинской области прочитали лекцию студентам о правонарушениях. Наши журналисты также выслушали полицейских. Цель лекции – профилактика правонарушений и преступлений среди подростков. Полицейские и представители ДВД области обсудили комплекс мер по выявлению и оказанию помощи детям, ставшим жертвой насилия и жестокого обращения. На сегодняшний день сотрудниками правопорядка возбуждено 362 уголовных дел с участием несовершеннолетних. Правонарушения и преступления среди несовершеннолетних во всех учебных заведениях города Караганды проводятся лекции и беседы с несовершеннолетними на правовую тематику, а также для повышения правовой грамотности. В рамках зачитанной лекции студенты Многопрофильного государственного технического университета задавали вопросы, на которые полицейские давали исчерпывающие ответы. В дальнейшем сотрудники Департамента внутренних дел области, в свою очередь, намерены увеличить аудиторию. Мирам Гусалкимбаева, Олжас Габбасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.